Станислав Родионов. Тихие сны. Рябинин удивился своей усталости. Не было ни томительных допросов, ни крикливых очных ставок, ни изнуряющего выезда на происшествие. Весь день тихохонько читал многотомное дело. Неужели сорок лет возраст? Ему казалось, что теперь он утомится, просиди рабочий день у пустого стола но ведь прочел два тома с размышлениями, с выписками, с прищуренным вниканием в непонятные почерки. Он вскочил, прижав пальцами дужки прыгнувших очков. Вспомнил. Иринка просила купить фломастеры. Рисовать рожи, которые выходили такими страшными, что она сама притихала от удивления. До каких часов магазины? До семи, до восьми. Рябинин торопливо спрятал тома в сейф и схватил портфель, в котором ничего не было, кроме свежих газет до да его дневника. Он уже потянулся за плащом, когда телефонный звонок остановил вскинутую руку. Какое-то малое время Рябинин так и стоял с поднятой рукой и ждал. Показалось, перестанут звонить. Ошиблись номером. Но телефон упорно трещал, словно видел, что хозяин кабинета стоит у своего плаща. «Можно не подходить». Некоторые следователи так и делали. Рабочий день кончился, никого нет, аппарат не видит. Рябинин опустил руки, подошел к столу и взял трубку. «Да». «Сергей Георгиевич, хорошо, что не ушли. Стою одетый». «Это пригодится», — пошутил прокурор чуть виноватым голосом, который обдал Рябинина нехорошим предчувствием. «Вам придется выехать на место происшествия». Юрий Артемьевич семь часов уже заступил дежурный по городу. Все так на происшествие в нашем районе попадет дело к нам, вернее, к вам, а случай редкий. Убийство. Нет, кража ребенка. О, я таких дел и не расследовал. Вот и попробуйте. Машина сейчас будет, окреп голосом прокурор. Рябинин вяло опустил трубку. Нет, одно дело он расследовал. Мамаша заскочила в магазин, а когда вернулась, то грудного младенца не было. Коляску с ним нашли за два квартала от магазина. Девочки-первоклассницы решили покатать малыша. На розыске расследование ушло что-то около часа. Он положил в портфель дежурную папку и подсел к столу. Мир отодвинулся, пропала усталость. Отлегли от сердца все заботы, Выветрились из головы два прочитанных тома. И даже семья-то шла куда-то далеко, за туманную черту, даже Иринка с фломастерами. Пришли беспокойство и нервная напряженность, которые все и вытеснили. Рябинин спрашивал других следователей. Волновались многие, объясняя это тем, что на месте происшествия легко упустить важную деталь, какой-нибудь окурок, какую-нибудь пылинку. Если бы только из-за этого. А расследуя дело, разве нельзя упустить деталь? Да какую там деталь? Ошибиться можно так, что потом век не забудешь. Но ведь не деревенеешь на допросах, нет ломкой сухости во рту научных ставках, не тянет гастритная боль на опознаниях. Видимо, дело в другом. На месте происшествия, следователь работает на виду под десятком изучающих его глаз, как артист а человеческие взгляды давят. Машина зафыркала под самым окном. Рябинин вздохнул и опять потянулся за плащом. Ехал он с сиреной, поэтому ожидал увидеть толпу. Но у дома на лестничной площадке никого не было, ни любопытных, ни работников милиции. Он позвонил. Дверь распахнул инспектор Петельников. Оказавшись в передней, Рябинин бросил скорый взгляд в комнату. И там никого, кроме расстроенного мужчины и заплаканной женщины, видимо, потерпевшие, ни понятых, ни экспертов, ни инспекторов. «Где же все?» — тихо спросил Рябинин. «А тут никто и не нужен. Расскажи, в чем дело?» Украли девочку пяти лет, она играла во дворе. Родители никого не подозревают. Свидетелей нет, вот и все. Вот и все, даже нет места происшествия, ни следов, ни отпечатков, ни взломанных дверей. Когда это случилось? Примерно в 12 дня. Может быть, просто заблудилась? Проверены все отделения милиции. Вадим, а никого на примете не держишь? Мои примеченные думают, как бы от своих детей избавиться. Рябинин снял плащ и вошел в комнату. Родители посмотрели на него одновременно и вроде бы одним общим взглядом, хотя глаза отца темнели иконно, а глаза матери вряд ли что видели от слез. И все-таки их взгляды слились в немом вопросе, не принес ли этот новый человек спасение от беды. «Я следователь прокуратуры Рябинин, буду заниматься вашим делом». Отец не ответил, Мать вроде бы кивнула. Но их общий взгляд распался. Теперь они сидели каждый по себе. «Мне нужно вас допросить». «Господи, какой еще допрос?» Не сказала, а кому-то пожаловалась она, как жалуется Богу. «Мы все сообщили», — отрезал муж. «Но закон обязывает», — мягко возразил Рябинин. «Я не могу говорить», — всхлипнула она. «Допроси их завтра», — посоветовал инспектор. «Приметы уже разосланы, фотографии на размножении». «Попрошу завтра к десяти в прокуратуру», — чуть официальнее сказал Рябинин. «С потерпевшими, как с малыми детьми». Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Юристы, да и он тоже, считают себя в первых рядах борцов с преступностью» судья, дающий наказание. Нет, ближе к преступнику следователь, который допрашивает через стол. А еще ближе. Тогда инспектор уголовного розыска. Он ловит дыхание в дыхание. Ближе некуда. Оказывается, есть потерпевший. Он принимает первый удар. Он в первых рядах борьбы с преступностью. «Напрасно вы так убиваетесь», — бодро сказал Рябинин. Они даже не ответили, только жена посмотрела на него внимательно. Как это? Следователь? Что это? Профессиональная задубелость? Во-первых, дети пропадают частенько, начал врать он тем же бодрым тоном. Что-то не читал, буркнул муж. Об этом не пишут. Во-вторых, почему вы думаете, что ее именно украли? Да я вот только в этом году разобрался в пяти подобных случаях. И он стал их придумывать один за другим, напрягая свою тощую фантазию, которой на последний случай и не хватило бы «Не помоги, инспектор». Он рассказал о девочке, пропавшей на день из детского сада. Рябинин видел, как внимание этот признак жизни осветил лицо матери. Но муж сидел каменно, дико разъедая черным взглядом мебель в комнате. «А если какие-нибудь...» «Изуверы или насильники?» — тихо предположила она. «Вряд ли. В нашем районе лет десять этого не было», — быстро ответил инспектор. «Ну, а если девочка украдена, то украдена женщиной», — заключил Рябинин почти радостно. «Мужчины детей не воруют, не водка», — успел вставить Петельников. «Нам от этого не легче», — сразу вскипел муж. «Легче», — отрезал Рябинин, ибо его уверенность должна передаваться им. Во-первых, девочка в заботливых руках. Не любящий детей ребенка не украдет. Во-вторых, мы ее скоро найдем. Ребенок не бриллиант, не спрячешь. «А если ее увезут в другой город?» — спросила мать. «Вокзалы уже перекрыты», — ответил инспектор. «Завтра вас жду. До свидания», — попрощался Рябинин. Ему показалось, что родителей он немного успокоил. Они отпустили машину и побрели пешком. Сентябрьский вечер обдал их уставшим за день ветерком. Как узнается осень в городе, вот в такую теплынь. По ранней темноте, по долго не высыхающей лужице, по холодной струе воздуха, которая, взявшись неизвестно откуда, может полоснуть лицо. По запаху прелых листьев и трав невесть как долетевшему из далеких лесов. По плащу на Рябинине, взятому на всякий случай. «Как живешь, Вадим?» — спросил Рябинин, стараясь взглядом дотянуться до лица инспектора. «Еще не женился». «Что ж так?» — усмехнулся Рябинин, «Знаю, что вопросами о женитьбе Петельникова донимали». «Не берут». Каждая вторая встречная девушка примечала инспектора, выделяя его взглядом среди ровного потока лиц. И вроде бы каждая третья ему улыбалась, и каждая четвертая готова была остановиться. Но одна нестарая женщина глянула и на Рябинина, а в следующий послевзглядный миг он ее узнал. Год назад привлекалась как мошенница. «В тебе еще не проснулся инстинкт отцовства», у Рябинина не выходила из головы покинутая квартира. «Ты сказал о нем с каким-то благоговением. Благороднейший инстинкт. А ты не видишь тут некоторой несуразицы?» «В материнском и отцовском инстинкте», — удивился Рябинин, — «слово «инстинкт» всегда стояло со словом «низменный». «Это не о материнском». «Мы говорим, что материнство священно», а это всего-навсего инстинкт. Ну и что? Я как-то привык ценить интеллект, а не инстинкты. Тогда ведь и другие инстинкты священны, а? Секс, голод, сохранение жизни. Какие там еще? Вадим, инстинкт материнства я тоже священным не считаю. Но на этом инстинкте держится материнская любовь. Она вот священна. Чего ж она на интеллекте не держится? уже вскользь бросил инспектор, остывая к разговору. «Тебе не понравились эти родители?» — спросил вдруг Рябинин. «Да нет. Вчера я из детского садика одного папашу чуть было не отправил в вытрезвитель». «Так про детский садик ты не выдумал?» «Даже выезжал. Девочки день не было. Говорит, ходила с тетей. Видимо, ушла и заблудилась». Они стояли на перекрестке, ты теперь куда? Спросил Рябинин. Работать по этому делу, в рай отдел. Если что будет, то вызывай в любое время. Осторожно, соизмеряя силу, инспектор пожал его руку, но сейчас бы рябинин на боль внимания не обратил, потому что не выходила из головы комната, где мать и отец молча просидят в воспаленную ночь, и еще не вышел из головы их прерванный разговор. «Не понимаю этой преступницы», — сказал инспектор уже на отходе. «Вероятно, бездетная». «Взяла бы сиротку». «А как зовут девочку?» «Иринка». «Совпадение, модное имя, ничего не значащее совпадение». И все-таки его желудок сдавил медленной и тихой болью. Да нет, перешло и на сердце. Из дневника следователя. Меня поражает языковая свобода Иринки. Если у нее нет мысли, то уж нет. Но если мысль появилась главным образом в форме вопроса, то она ее выразит легко и просто, ибо для нее мысль важнее, чем все правила языка. Переместительный закон она зовет переместительным, земледелие — землеплодием, зубило — дубилом, жнейку — жнеелкой, косилку — косиелкой. Вместо члена раздельно говорит члена разумно. Плотоядные у нее плодоядные, наглядные пособия стали ненаглядными. Урюк она зовет урдюком, помятуя, что там, откуда родом урюк, есть еще и курдюк. Вчера она спросила, «Пап, а зачем человеку надпочник?» «Не надпочник, а надпочечник». Она призадумалась, Точное слово «надпочник» вон оказывается какое. Зачем этот надпечечник? Не надпечечник, а надпочечник. Ну, надпупочник. Да не так. А как надпопочник? О преступлениях он рассказывал только жене, даже о самых кошмарных. Но о краже девочки, да еще тоже Иринки, Рябинин умолчал. И теперь у себя в кабинете думал, почему боязнь Рока, или не хотел расстраивать Лиду, которая приняла бы это к сердцу и весь вечер промолчала бы, словно к чему-то прислушиваясь. Рябинин ничего не делал, сидел у пустого стола. Нет, на столе лежали две бумаги. Постановление о возбуждении уголовного дела и чистый бланк протокола допроса. Нет, делал, ждал Катунцевых, родителей похищенной девочки». Первым пришел отец. Он устало сел и устало, устал за ночь, сказал, «Жена будет попозже». Теперь при дневном свете Рябинин его рассмотрел. Среднего роста слегка огрузневший сорокалетний мужчина. Лицо тяжелое, может быть, за счет широкого подбородка и крупных губ. Лысеющая голова острижена коротко по-спортивному. Очки, но вроде бы не обязательные, лишние на крепком лице. Не то, что у Рябинина, для которого очки были живым, неотъемлемым органом вроде уха или руки. «Никаких сведений?» — спросил он, оживая губами. «Только одно. Ни в моргах, ни в больницах вашей дочери нет», — выдавил из себя Рябинин, стараясь хоть как-то его утешить. «Да украли ее, украли», «Почему вы так в этом уверены?» «Ну, а где она? Девочка хорошенькая. Как это случилось?» «Я был на работе. Со слов жены. Она с дочкой пришла из булочной и оставила ее во дворе, в песочнице. Поднялась в квартиру буквально на десять минут, хлеб положила. А вышла, Ирки нет. Жена квартал обегала, никто не видел и не слышал» разве пятилетний ребенок сможет далеко уйти за десять минут татунцев то снимал очки то надевал сколько в них что нибудь минус полтора минус два но теперь рябинин видел его глаза большие темные упорные как то отчаянно глядевшие на следователя вы кого нибудь подозреваете разумеется нет а есть у вас враги разумеется есть с похищением их никак не связываете? Я работаю ведущим инженером. Неужели вы думаете, что если я забраковал деталь рабочему Иванову или завернул чертеж инженеру Петрову, то они утащат моего ребенка? Рябинин не ответил, что он думает. Этим людям, людям науки и техники, казалось, что мир человеческих отношений так же упорядочен, как мир математики и механизмов. Они не ведали, что броуновское движение судеб, характеров и натур рождает обилие тех явлений, к которым, казалось бы, большие числа неприменимы из-за их неповторимости. Он должен был проверить любое количество логических версий и оставить место, возможно, и не последнее, для нелогичной, именуемой случаем. «Родственники у вас есть?» У жены, но они ребенком не интересуются. Есть ли у вас друзья? Близкий один, с которым дружим столами. Как дружите? То есть домами. Мы так шутим, потому что встречаемся только по праздникам за столом. Значит, версию, как говорится в пословице «невестки в отместку» вы отметаете? Абсолютно. Катунца в очередной раз снял очки и мелко забарабанил душками по столу. Этот разговор его раздражал своей ненужностью. Вместо того, чтобы искать преступника, следователь задавал бессмысленные вопросы. Но потерпевший не знал, что в эту ночь инспектор Петельников не смыкал глаз. «Во что была одета девочка?» «Красная платьица». «Еще что?» «Ну, это скажет жена». «Есть ли у нее какие-нибудь приметы?» родинки, отметинки, физические недостатки. Не замечал. Какая у нее речь? Обыкновенная, детская. Что она любит? Что все дети любят, то и она. Со взрослыми контактно? Не знаю. Она любознательна? Не замечал, а к чему все это? Чтобы ее узнать, потому что девочку наверняка переоденут. У вас есть фотография. Я полагал, что отец скажет о дочери больше, чем фотография. Так нельзя. Этот упрек сейчас подобен издевательству. Отец может справедливо взорваться. Вы ищите, а не учите, с потерпевшим, как с ребенком. Но катунцем надел очки и устало объяснил. Работаю много, да еще машина. Какая машина? Волга, у меня тоже время берет. Рябинин умолк, обессилев от сравнения несравнимого. Образ этого ведущего инженера сразу лег к себе подобным, в свою давно готовую и полнехонькую ячейку. У него работа, работа, работа. А вечером под машиной в гараже. А в субботу болеть за хоккей или футбол. А в воскресенье рыбачить. Рябинин никогда не знал, о чем говорить с такими людьми. Они прекрасно понимали машины и плохо разбирались в человеческих отношениях. Рябинин разбирался в человеческих отношениях и ничего не понимал в машинах. Рябинин потерялся, следя за подступающей мыслью, которая близко так и не подступила, как непринятый поезд, встав где-то в тупиках сознания. Она, эта мысль, шла от виктимологии — Науки, утверждающие, что некоторые преступления совершаются только в отношении определенных людей, тогда естественно, что у такого отца украли ребенка. Но так думать об убитом Горем человеке кощунство. Да и полно отцов хуже этого ведущего инженера. Если не найдете ребенка, то же нас Горя умрет, тихо сказал Катунцев, обмякая лицом отчего крупные губы стали еще крупнее, а взгляд открыл Серебинину простым, беззлобным страданием. «Почему думаете, что не найдем?» А, есть известные прокуроры. Конни, например. Есть известные адвокаты. Плевака. Полно известных юристов. А вот известного следователя я не знаю». «А Шерлок Холмс?» — пошутил Рябинин. Катунцев на шутку не отозвался. Да и кто шутит с убитым горем? Из дневника следователя. Иринкины вопросы неожиданны и разнообразны. Где она только их выкапывает? Мне кажется, она забила бы всех эрудитов мира, будь такая встреча. Пока я бреюсь, а она запихивает в портфель непонятное сооружение с головой и колесом, называемое «самоходный Миша» между нами вспыхивает одноприсестный разговор. «Пап, медведь в берлогу залез?» «Сентябрь, наверное, еще бродит. Рановато ему». «Пап, уксус горит?» «Водка, знаю, горит, а кислоты вроде бы нет». «Вряд ли». «Пап, а ты суп из корешков женьшеня ел?» «Корень этот целебный, да ведь кто знает, может быть и едят», делают же салаты из примулы. Его не варят, а делают лекарства. Пап, обезьяны теперь в людей происходят. Тут уж я знаю наверняка, а мою мысль о том, что случается наоборот, и некоторые люди происходят в обезьян, можно оставить и при себе. Не происходят, на это нужны миллионы лет. Нет, происходят. А ты о Дарвине знаешь, Решился и я на вопрос. Вот о нем-то, папа, я с тобой и говорю. Что ты о нем говоришь? Дарвин это человек, который произошел от обезьяны. На рассвете петельников поехал в бассейн. Душ и зеленая хлорированная вода смыли бессонную ночь и вроде бы просветлили голову. Вернулся он в райотдел мокрый взял в канцелярии подоспевшие бумаги и сел за стол у себя в кабинете тяжело, словно на плечах лежала штанга. Ночь все-таки давила. Из сводок, рапортов, отношений и писем инспектор почему-то сразу извлек конверт с приколотой секретарем лаконичной бумажкой «Анонимка». Он вытащил лист простой белой бумаги и прочел текст, написанный синей пастой. «Товарищи милиция!» девочку, которую вы ищете, видели с цыганкой или молдаванкой на вокзале. Почерк крупный, неровный, измененный. Кто ее написал? Человек, который хочет помочь следствию, но не хочет быть свидетелем. Но тогда зачем менять почерк? Чтобы навести на неверный след? Мол, не ищите, девочки в городе нет. Цыганка, молдаванка, Память, взбодренная купанием, вроде бы включилась в работу. Анонимка была со смыслом. В том микрорайоне, где украли девочку, жили цыгане, занимали целый дом. Тогда нужно идти к тете Рае, тогда к ней. Петельников отбросил на висок черное крыло упавших мокрых волос. Штанга, лежавшая на плечах, легко скатилась на пол, сна как не бывало. Инспектор распахнул шкаф, где имелось все необходимое для нового рабочего дня. Бритва, свежая рубашка, кофеварка, черный хлеб и пиленый сахар. Он брился, всматриваясь в натянутую, загорелую, залито кожу, в крепкие, каменно-сомкнутые губы, в чуть искривленный нос, пострадавший от боксерских перчаток, в темные глаза и черные несохнущие волосы. Нет, лицо не ожирело. Да на такой работе и не ожиреет, и не худое, когда скулы кожу продирают, сухощавое лицо. Он надел синюю рубашку, темный галстук и пиджак черной кожи. И еще раз посмотрел в нишу, где стояло зеркало. Вылитые мафиози, только черных перчаток и усиков не хватает. Там же под нишей стоял и окоченевший кофейник, который на секунду задержал его взгляд но где-то за стенами уже пропищало девять. Инспектор бросил в рот два кусочка сахара и захлопнул шкаф. Квартира тети Раи встретила его тихой дверью, обитой плотным синтетическим материалом. Инспектор позвонил. Тишина не ответила. Он еще раз позвонил, и тогда дверь открылась сразу, будто человек стоял за нею и ждал повторного звонка. Инспектор увидел, что передние бушует огонь. Красная кофта цыганки горела, как закатное солнце, и казалось, что в этом жаре сейчас оплавятся ее золотые неподъемные серьги. «Заходи, сокол!» — сказала она вязким, почти мужским голосом. «Здравствуй, Раиса Михайловна!» «В гости или по делам?» «И так, и этак!» Они прошли в комнату, устланную коврами. Инспектор сел на край дивана. На что села хозяйка, он не успел разглядеть, ибо то, на что она села, накрылось широченными юбками, как с цветным парашютом. Говорили, что во второй комнате лежит кошма, висит кнут и стоит тележное колесо. Что во второй комнате разводится костер и поются хорошие цыганские песни. «Как здоровье, Раиса Михайловна!» здоровье сокол не деньги обратно не вертается а что такое зуб болит коньячком вот полощу на круглом столе накрытом скатертью посреди горы фруктов высилась початая бутылка коньяка не пригубишь ли рюмочку вторую сокол спасибо мне еще летать а кофейку лицо он был официальным но пришел к ней неофициально потому что для беседы выпить кофейку можно, с куском бы мяса. Она стукнула ладонью в стену. Тут же открылась дверь и вошла молчаливая цветастая девочка с подносом. Ждали его тут или попал к завтраку. Девочка принесла второй поднос, отчего крепкие губы инспектора дрогнули. Копченая колбаса, сыр, бутерброды с какой-то рыбкой. Сласти. А пришел он неофициально, нет, пришел он все-таки по делу. Инспектор взял горячую чашку, коснувшись еды лишь рассеянным взглядом. «Раиса Михайловна, есть жалобы, что ваши цыганочки продолжают гадать на улицах?» «У кого же то языки чешутся?» «Мелкое мошенничество». «Э, Сокол, почему люди не хотят жить красиво, а?» Подошла Чавелла статная да горячая, шаль цветнее луга. Серьги блеском душу греют, поцелуйные губы улыбаются. Взяла твою руку, сказала судьбу и попросила за это позолотить ручку. Неужели грех? Так ведь обман. Э, сокол, обман-то обман, да приятный. А лотерея не обман? Выигрыш то ли выпадает, то ли нет. И с судьбой так, угадаешь или не угадаешь. Горячий натуральный кофе, ковры, девочка-прислужница, сладкие речи, пышная старая цыганка в золоте. Только этого Фимиама не хватает. Где он? В гостях у Шахини? — Ну, а ты, Раиса Михайловна, гадаешь? — А чего ж не погадать, если попросят? — А каков процент попадания? — Не шути, сокол, с судьбой. — Говорят, стопроцентные. — Пусть говорят, сокол, кобыла сдохнет, а язык отсохнет. Есть информация, Раиса Михайловна, что предсказываешь ты, в какой магазин, сколько и в какое время поступает дефицит. Интересно, откуда узнаешь? Сокол, зря ты едой-то моей брезгуешь. Кожа желтая, но без морщин, скулы блестят, глаза черны, как цыганская ночь, в волосах ни одной седой тропинки — Говорили, что ей восемьдесят, говорили, что она колдунья. Цыгане ее слушались, как родную мать, да она и была тут матерью и бабкой многих. А ты, сокол, пришел не из-за гадания. Как узнала, руку ведь не показывал. Соколята твои по квартирам летали. Раиса Михайловна, девочку украли. Сокол, при твоей работе дурнем быть негоже, Украли дитё, так значит чавелы. В нашем доме все цыгане работают. Я получаю пенсию. Да, сокол иногда цыганки гадают. Натура просит. А зачем цыгану чужой ребенок, когда своих девать некуда? Или ты думаешь, мы кровь человеческую пьем? Желтое широкое лицо неожиданно побледнело, а скулы даже побелели, словно кожа на них истончилась до кости. Глаза полосовали инспектора черным огнем. Волосы сами выскользнули из-под оранжевой ленты и рассыпались по плечам. Она размашистым движением отбросила их с глаз, взяла сигареты и умело затянулась. Говорили, что в той второй комнате она курит трубку черную и корявую, как столетний корень. А если у меня есть сигнал, осторожно спросил Петельников. Открой свои карты, и я приоткроюсь. Девочку увела цыганка. Девочку увела блондинка. Не донеся до губ, инспектор поставил чашку на стол. Дальше, приказал он. Все, Сокол. Откуда знаешь про блондинку? Сокол, я узнаю у Бога. Едем в прокуратуру. Инспектор встал и застегнул пиджак. Зачем? Для официального допроса. Сокол, я скажу там, что ничего не ведаю. Пошутила, мол, с соколом-то. Раиса Михайловна, я пришел сюда как человек к человеку. Я не угрожаю, не приказываю. Я предупреждаю и прошу. Если это сделала не цыганка, то какой смысл молчать? Отвечаю, сокол, как человек к человеку. Цыганки ходят по району. Цыганята бегают по улицам. Они все видят, и я все знаю. Неужели я отдам цыганят таскаться по судам? Хороша была бы старая цыганка Рая. Инспектор сел, не сломленный ее доводами, а готовый к долгой осаде. «Раиса Михайловна, неужели не понимаешь? Совершено преступление, человек об этом что-то знает. Да разве мы отстанем?» Она выпустила дым, как испустила последний дух. Ее лицо потеряло жизнь. Оскудел подбородок, стихли губы. На чем-то невидимом остановился взгляд, и вроде бы мгновенно потухла сигарета. Она сидела, как шаманка. Петельников ждал, силясь разгадать это представление. «А ты погадай!» — вдруг очнулась она. «Погадать? Или тебе нужна бумажная справочка?» «Не обязательно», — согласился инспектор. «В конце концов, сейчас его интересовали любые сведения в любой форме». «Тогда погадай». «На чем погадать?» — еще не понимал он. «Дай левую руку». Инспектор подошел к ней и протянул ладонь. Она взяла ее в свои крепкие, словно выточенные из коричневого дерева ладошки, и повернула к оконному свету. Волосы так и не поднятые, шторы закрывали ее лицо. Она их откинула, глянув на него хитрым блеском глаз. «Сокол, позолоти ручку!» Инспектор уже принял игру. Свободной рукой он нашарил давно болтавшийся в кармане металлический рубль и положил на свою ладонь. Рубль пропал, как растворился в воздухе. «Судьбу, сокол, твою я не вижу!» Цыганка рая за рубль судьбы чужой знать не хочет. А на сердце у тебя забота от казенного дома. Дума твоя, куда делось дитя малолетнее в красном платьице. Вот эта линия показывает, ой, показывает, что увела девочку женщина беленькая, молодая, лет двадцати пяти, одетая модно в джинсовый брючный костюм. «Куда вела?» — не утерпел инспектор. Этого судьба не ведает. Но судьбе ведома вот эта линия, что женщина проживает на той же улице, где и девочка, в доме шестнадцать. Но там пять корпусов. Все, сокол. А большего ни судьба, ни я не знаю. Да ведь на рубль и хватит, а? Инспектор вернулся на диван, обессилив от полученных сведений. Он смотрел на цыганку, которая спокойно курила и чуть заметная усмешка нарушала крепость ее коричневых губ. «Ой, сокол, забыла, да тебе и нужно ли? Духами от нее пахло сильно, как от пузырька». «Какими?» «Ты б меня про серьги спросил, а в духах я неопытная. Называются они вроде бы невертите. «не вертите». «Не вертите?» — даже переспросил инспектор, удивленный странным названием. «Или «не вертитесь». «Раиса Михайловна, все, что сказала, верно?» «Сокол, обманывать милицию и брать с нее деньги за гадание, хорошая цыганка не станет». «Взяла же рубль», — улыбнулся инспектор. «Он у тебя». Петельников сунул руку в карман, а рубль лежал там. Из дневника следователя. «Умственно обессилев от Иринкиных вопросов, думаю». «Ну и я тебя тоже дайму ими». «Ира!» «А!» — шепотом отзывается она. «Почему тихо говоришь?» «Потому что я думаю». «О чем?» «О джинах». «А что бы ты попросила у джина, если бы он вылез из бутылки?» «Из какой бутылки?» «Неважно, из какой. Допустим, из-под шампанского, вспоминая я самую объемистую бутылку». Я бы его попросила, чтобы он влез обратно. А желание, удивляюсь я. Папа, он же будет пьяный. Рябинину было бы легче допросить рецидивиста, чем видеть перед собой эту потерпевшую. Катунцева подсела тихо, словно к нему за стол опустилась ночная белая птица. Маленькая белокурая женщина с красными и пустыми от горя глазами. В ней была какая-то незавершенность, и Рябинин не сразу понял, в чем она состояла, и почему появилось именно это слово «незавершенность». Он помолчал, давая ей освоиться в этом кабинетике. Волосы завиты крупно, но каждое колечко или недозавито, или уже распрямилось. Губы накрашены, нет, подкрашены. Брови подведены слегка, да вроде бы одна бровь доведена краской не до конца. Лицо подпудрено. Лицо ли? Ни одна ли щека? Вот только под глазами лежала глубокая чернь, как на старинном серебре. Но это уже не от красок и не от карандашей. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Мы определяем человека постоянным и вечным, как гранитный валун», а он переменчив, ибо человек есть его состояние в эту минуту. Разве эта женщина до вчерашнего дня была такой? Да иная была женщина, иной был человек. Она подняла на следователя блеклые голубые глаза, которые отозвались в нем ответной мыслью. А какими они были вчера, при дочке, блеклыми? «Я вам памятник поставлю», — он сухо улыбнулся. Если бы все потерпевшие ставили ему памятники, то не хватило бы никаких проспектов. «Только найдите дочку», — добавила она, берясь за платок. «Найдем и без памятника», — бодро заверил Рябинин, давая ей минуты поплакать. Минуты у нее были ночные часы, и все-таки нужные ей минуты тут при официальном лице при сопереживателе. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Почему мы радуемся минутам, а горюем часами? Почему веселимся днями, а грустим годами? Почему слезы нам даются легче, чем смех? Не угнездились ли в наших генах столетия войн, моров, недородов, расприй?» «Я знала, что случится беда». «Знали?» — постражавшим голосом он отогнал преждевременную радость. Сон видела. «Какой?» — вежливо спросил Рябинин. «Будто бы мы сидим в нашем дворе, в том самом, и учимся писать. А Ира вдруг и говорит, мама, у меня правая рука не пишет». «Ничего, — говорю, — доченька, — мы левой выучимся. Тут появляется женщина, вся в белом, с каким-то странным лицом, и говорит, «Зря, зря учитесь, все равно не успеете». «А, Господи, кому этот сон нужен?» Контунцева хотела что-то добавить, и Рябинин ждал этого добавления, все еще надеясь на крупицы информации. «Лучше бы не просыпалась», — добавила она. «Опишите подробно одежду и внешность девочки». Она стала рассказывать, и зримая ясность легла на ее лицо. Так бывает в пасмурный день, когда солнце и не видно — но оно вдруг высветит землю сквозь бумажные истонченные облака. Потерпевшая говорила о дочке и видела ее тут, в этом кабинете. Петельникову бы сейчас показать ее лицо. Инстинкт? Нет, это любовь на нем, это человеческая душа. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Человеческая душа», не если она это наши инстинкты, пропущенные через интеллект? Может быть, вы что-нибудь замечали? Нет. Враги у вас есть? Нет. Никого не подозреваете? Нет. А соседей? С мужем говорить было легче. Тот на кого-то злился. На преступника ли, на прокуратуру ли, на милицию, на жену. И не просил его сочувствовать. Ну как могла так поступить женщина? Спросила она, женщина спросила мужчину. Он не знал, хотя бы мог бы назвать ни одну причину. Одиночество, бесплодие, упреки мужа, инстинкт, общественное мнение. Но он знал, что люди без нужды ничего не совершают. Он даже полагал, что без острой нужды они не совершают ничего плохого, кроме преступлений. Но тогда плохой человек не тот, который делает плохо в случае необходимости, а тот, который поступает так без нужды. «Где же Бог?» — спросила она. «Бога нет», — вяло улыбнулся он. «В таких случаях должен быть». «В таких случаях должен», — согласился Рябинин. «Бог. Если Бог создавал жизнь на земле, то свою работу он не доделал» земная жизнь это сплошная незавершенка как ее бог не отвел когда она готовилась тихо уже никому не обращаясь сказала катунцева готовилась ли она к преступлению рябинин остерегался прописных истин не потому что в них не верил эти очевидные истины так окаменевали что схватывались с цементом что побеги прорастающих истин уже не могли отколупнуть от них ни зернышка. Считалось, что хорошо подготовленные преступления раскрыть трудно, но он давно вывел одно странное и вроде бы неприемлемое правило, отлученное от логики. Чем тщательнее готовится человек к преступлению, тем больше останется доказательств. Меньше всего следов от преступлений внезапных. Если она готовилась, то наверняка ходила и высматривала девочку. Тогда ее могли запомнить. Например, отпрашивалась с работы. Тогда ее начальник подтвердит. Скажем, посвятила в свою тайну подружку. Тогда та знает. Допустим, была в последние дни нервной. Тогда все видели. Вдруг купила детскую игрушку. Вдруг отремонтировала квартиру. Вдруг пошла за совхозным молоком. Это если готовилась, а если нет? Тогда шла мимо песочницы и украла. Нет, ребенок не дамская сумочка и не туфли в магазине. Походя не возьмешь. Она готовилась и тщательнейшим образом. А если готовилась... «Но тогда выходит, что преступница охотилась именно за вашей девочкой. Почему?» «Она очень хорошенькая. Вы же видели фотокарточку?» Хорошеньких девочек много. Ласковая, тихая, доверчивая, за любым пойдет, только скажи ей доброе слово. Отец ей даже внушал, что нельзя быть такой тихоней. Видимо, у нее ваш характер. Она вдруг пугливо и вопрошающе посмотрела на него неяркими глазами и тут же отвела взгляд подальше, к стене, к сейфу. «Что — Что? — непроизвольно спросил Рябинин. «А?» — удивилась она этому «что?». Рябинин поймал ее вернувшийся блеклый взгляд, но теперь в нем ничего не увидел, кроме покорности судьбе. Мало ли каких бывает мимолетных испугов у человека. Он сам давно на дню пугается десять раз, то за уголовное дело, то за Иринку, то за Лиду. «А почему вы так уверены, что девочка украла именно женщина?» — спросил он, уже зная о визите Петельникова к цыганке. «Я же видела сон». Из дневника следователя. Лида штопает, а Иринка монотонно долбит ее вопросами. «Мам, ты китайцев любишь?» «Люблю». «А негров?» «Люблю». «А англичанцев?» «Англичан люблю». «А узбекистанцев?» «Тоже люблю». А тигров? Почему ты с нацией перескочила на животных, спрашивает Илида, опасаясь, что от тигров уже недалеко и до желанных кошек. А дурачков любишь? возвращается Иринка к людям. Вот дураков я не люблю. А это самая большая нация на Земле, бурчу я у своего стола непонятнее, и боли против внушения негативных мыслей. под давлением общественности, главным образом зубоскальных насмешек в райоделе. Инспектор Леденцов расстался с изумрудным костюмом и теперь был в лазурном. Но зеленый с темными бородавками галстук остался и походил на крокодильчика, подвешенного за хвост к шее инспектора. «Молодец!» — похвалил Петельников. «Это вы за пять корпусов?» «Нет, за идеальную маскировку». То есть, товарищ капитан, никто не узнает, что ты работаешь в уголовном розыске. То есть, товарищ капитан, переспросил Леденцов. Думают, что в цирке клоуном. Леденцов помолчал, поспевая за крупными ботинками старшего инспектора. Товарищ капитан, рыжая шевелюра требует своего колера. Перекрась ее для пользы службы. Они шли к пяти корпусам шестнадцатого дома. Ребята из уголовного розыска за день изучили все квартиры, расспросили всех старушек, просмотрели домовые книги, опросили дворников, просеяли шестнадцатый дом сквозь крупное сито. В его ячейке все уплыло, кроме шести фамилий, шести девушек от двадцати до тридцати лет, беленьких в джинсовых брючных костюмах. Эти фамилии уместились на крохотной, как шпаргалка бумажки. Проверить их петельников намеревался лично. У магазина духи они остановились. Подожди-ка, велел петельников и шагнул внутрь. Его обдал жаркий воздух и аромат всех цветов мира, которых вроде бы доставили сюда возом и свалили где-то в душной кладовой. Инспектор взглядом поискал знакомое светлое лицо, оттененное синюю век. Оно белело на своем месте, на фоне подсвеченного неоном стекла. Петельников кивнул. Продавщица сразу оставила своих покупателей и оказалась за свободным краем прилавка у инспектора. — Как жизнь, Поленька? — Спасибо, душем клиента. — А у меня к вам дело. — Уголовное? Нет, личное. Если нужны духи, то ни в коем случае не берите юбилейные. Ими нельзя пользоваться не только женщине, но и мужчине после бритья. А есть духи, не верите. Она изумленно обдала его темнотой глаз, хлопнула синюю век и рассмеялась. Шутите? Ну, скажем для детей, мол, ребята, не вертитесь название духов должно сочетать товарные качества с поэтическим вымыслом ну а нет ли чего близкого по созвучию полина задумалась ее безукоризненно белая кожа походила на милованную бумагу уж не вымачивает ли она лицо в каких нибудь французских шанелях не вертите господи да это не вертите о поля у вас голова такая же светлая, как и ваша кожа. Кстати, чем эти нефертити отдают? Букет комбинированный, пряный, слегка корой, слегка старинной мебелью. Поленька, я ваш должник. Как там жених? Сделал предложение, и она поразовела, словно впитанная Шанель вся испарилась. Если обманет, то скажите мне, я посажу его на пятнадцать суток. «Ну, а не фертите возьмете?» «Неужели я похож на человека, который орошает себя духами?» «Для жены?» «Неужели я похож на женатого?» «Есть хороший мужской одеколон фаворит?» «Поленька, от мужчины должно пахнуть табаком, коньяком и чесноком». Леденцов ждал у витрины, рассеянно оглядывая девушек. Они улыбались, полагая, что из этой витрины он и вышел. «Итак, духи зовутся не а пахнут мумией», — сообщил Петельников. «Тогда мы ее найдем, товарищ капитан». Инспекторам других районов города работать с Петельниковым было непривычно. Мешала не его бессонная работоспособность, не странная сила темных глаз и цепкого голоса, не подкупающая уверенность, мешал юмор. Им был заражен весь их отдел — а может быть, благодаря вечным шуткам коллектив инспекторов работал весело и неутомимо. Пять корпусов шестнадцатого дома стояли к улице торцами, как громадные силикатные кирпичи. Петельников заглянул в свою бумажку. В первом корпусе жили две искомые девушки, а в остальных по одной. Первый корпус был перед ними. Инспекторы пошли в парадную и поднялись на третий этаж. Леденцов осторожно надавил звонок, одновременно глянув на Петельникова. В квартире шумела музыка. Когда открыли дверь, то она, музыка, свободно вырвалась на лестницу и понеслась вниз и вверх, отскакивая ступени к четким ритмам. Молодой человек с длинными волосами улыбнулся им и по-женски отбросил локоны с плеч. «Нам, Светлану и Патову», — сказал Петельников, — «Проходите, мужики!» Молодой человек отступил в переднюю и крикнул куда-то в глубину квартиры. «Светка, новые гости!» Оттуда, из глубины, из музыки, гомона и сигаретного дыма, материализовалось волнистое существо со светлыми волосами, такими же длинными, как у молодого человека. Оно улыбалось неопределенной, отлетевшей с земли улыбкой. «Ребятки, вы мне нравитесь!» — А у вас улыбка Джаконды, правда, подвыпившей, — ответил комплиментом и леденцов. — Ребятки, но я вас не знаю. Рядом с волнистым существом встало другое, тоже женское, черненькое, угловатое, с грудью, перечерченное колкими подвесками. Оно заломило тонкие руки и хрипло изумилось. — Ой, да ведь это же Спартак Вербила! — «Спартак кто?» — переспросил Леденцов, потому что изумление относилось к нему. «Вы дрессировщик Спартак Вербила. У вас в цирке номер с терьерами». «Девушка, он терьера от интерьера не отличит», — примирительно сказал Петельников. «Ой, дошло!» — чуть не взвизгнула она. «Он орфист!» «Мало ли жуликов!» — подтвердил парень в локонах. «Спасибо, конечно, но, как говорит мой товарищ, я арфу от Марфы не отличу», — признался Леденцов. «Спартачок!» — она погрозила пальчиком с заостренным ноготком. «Ты же играл в большом зале бемоль фантазию, а?» «Девушка, ему мольта не поймать», — сказал Петельников, и, опасаясь, как бы их сейчас не схватили и не усадили за столы, коснулся рукой кармана с удостоверением и добавил строгим голосом. Мы из уголовного розыска. Боже! Томно взорвалось беленькое существо, освобождаясь от неземной улыбки, которая таки отлетела. Даже в такой день испортят настроение. Я сделаю тому подсечку, кто его испортил. Пустотный голос перекрыл всю музыку, вытащив за собой и его хозяина, крепыша полусреднего веса. «Подсечку кому? Вербили?» — изнемогла от такого предложения черненькая. «Ему!» — подтвердил Крепыш и повел такими плечами, словно у него под пиджаком была еще и кавказская бурка. «Вадусик, сбрось кайф! Это же и дрессировщик Вербила!» «Да не сделает подсечку!» — успокоил свою заступницу Леденцов. «Это почему же?» — плечистый пьяно мотнул головой, сближая ее с Леденцовской. «У тебя шнурок развязался». Крепыш шатко присел и начал ощупывать ботинки. «Ватка, иди в комнату, они из милиции», — вмешалась беленькая Светлана Ипатова, обрушиваясь на инспекторов. «Господи, я же сказала на допросе, что за рулем сидел Мокин. Неужели не поверили?» «А вы сказали правду?» — строго спросил Петельников. «Ну а какой смысл врать?» «Тогда вопрос исчерпан. Пойдем, Вербила». «Счастливого и культурного вам праздничка!» — добавил Леденцов. Они вышли из квартиры, сбежали по ступенькам и оказались на улице у газонщика с белыми флоксами. «Товарищ капитан, ваше предыдущее замечание о моей одежде принято к сведению», — виновато сказал Леденцов. — Ну и какой теперь костюм наденешь? — У меня есть красный, в тон прически. — Неплохо, будешь вроде пожарной машины. — Тогда куплю мышиный, товарищ капитан. Локсы еще не осыпались. Своим несильным запахом они придавали сентябрьскому воздуху осеннюю грусть. Петельников вдохнул глубоко. Ну, какими духами пахло от подозреваемой номер один? Спиртным и сигаретами. Она ни при чем. Ни при чем. Они не смогли бы толком объяснить, откуда эта уверенность. От веселой ли гулянки не стала бы женщина веселиться после такого злодейского поступка? От ее ли поведения не так ведет себя человек с замутненной совестью? И еще от чего-то, что не передается словами. Да и где ребенок, не в этой же дымной компании? Куда-нибудь спрятала? Краденого ребенка спрятала, а сама резвится. Так не бывает. Из дневника следователя. Иринка вошла в переднюю, и я подхватил ее вместе с портфельчиком. «Пап, ты мне все перепелки сломал». Смотрел на косички обрубочки, на чистенький лобик, на вздернутый носик. Да нет, дело тут не в перепелках. Голубые глаза затуманены и куда-то убегают от меня взглядом. Почему у тебя глаз красный? Я плакала, но двумя глазами. Что случилось? Разве сам не видишь по лицу? Двойка, что ли? Она ткнулась мне в живот и опять заплакала. Я гладил ее по коротким косичкам, чувствуя глухое раздражение — и против двойки, и против учительницы. Знаю, что нужна и двойка, нужны и слезы. Да вот если что в мире, чем можно оплатить детские слезы? Стоят ли они того, из-за чего пролиты? За что двойка-то? Оказалось, за поведение. Оказалось, что Иринка сидела на уроке и без причины похохатывала. Оказалось, что ее враг, Витя Суздаленков, сидевший сзади, Щекотал ее под мышками при помощи двух кривых палочек. Объяснила бы все учительница. А на меня нашел в столбняк. На допросе Катунцева сказала. Я же видела сон. Она видела пророческий сон. Скрипя сердце, рябинин вызвал ее повторно, хотя тревожить потерпевшую не хотелось. Она не преступник, которому лишний допрос не повредит. Вызвал как бы тайно, без повестки, по телефону, не для допроса. Большинство людей относилось к снам пренебрежительно, как к загробной жизни или гаданию. Но нереальные сны были реальной жизнью. Их видели и помнили, им удивлялись и верили. Красивые сны украшали жизнь, страшные тревожили. У него бывали сны, равные событиям, будто ночью что-то случилось. Они запоминались на всю жизнь, и со временем так и становились событиями прошлой жизни. Да вот и ученые говорят, что сны нужны для здоровья. Рябинин думал о сновидениях. За время следственной работы о пророческих снах он наслушался. Заключенные с готовностью рассказывали о них, о снах-предупреждениях. Вспомнился растратчик Шатохин, который за день до ареста видел себя во сне наголо остриженным. Вспомнился хулиган Спиридонок, жене которого привиделось кровавое пятно, и она даже разбудила мужа. Вспомнился потерпевший Вагин, который заходил к следователю уже просто так поговорить. Вагину тоже снились сны как события, только страшные. Что не сон, то все страшнее и страшней и однажды он понял, что в одну из ночей умрет от страха, не проснувшись. Потом этот тихий человек появляться перестал. Рябинин сходил в архив суда и отыскал в старом деле его домашний телефон. И позвонил. Тихий человек умер от сердечного приступа ночью. Рябинин думал о снах. Он никому, кроме Лиды, не признавался, что верит в них, не ни из боязни прослыть суеверным, он и не смог бы вразумительно обосновать ту мысль, которой объяснял их пророчество. Вернее, он-то мог, но другие сочли бы эту мысль недоказанной. Рябинин верил в интуицию, много о ней читал, часто о ней думал и собирал все, что ее касалось. Он знал, что многие в нее не верили. Они не думали и ничего не собирали. У нее было много врагов, но были и сторонники — Лучшими защитниками интуиции оставались женщины, которые ей верили охотнее, чем здравому рассудку. Интуиция Рябинин и объяснял вещи сны. Известны случаи, когда спящий мозг решал задачи, делал открытия, сочинял музыку. Почему же во сне он не способен к интуиции, которая по своей неощутимой сути ближе всего к сновидениям? В обрывах забытой реальности — какой-нибудь всплывший кусок жизни вкрадывалась та далекая догадка, которая не смогла пробиться при свете дня. Догадка, зревшая днем и всплывавшая ночью. Рябенин потерялся, следя за убегающей мыслью. Пророческий сон ⁇ это интуитивный сон. Катунцева вошла, обдав его нетерпеливым взглядом надежды, тем взглядом, которого он и боялся. «Что-нибудь узнали?» — спросила она, еще не сев. «Нет-нет», — торопливо бросил Рябинин, отводя глаза. Она сразу отдалилась от него на безмерное расстояние. Он поскорее вернулся к ее лицу, боясь не поспеть за ней в эту безмерную даль. В увиденном лице ничего не изменилось, словно и не было второй остужающей ночи. Видимо, они эти ночи, сколько бы их ни было, не принесут ей отдохновения, а будут копиться, как морщины к старости. — Сны вы часто видите? — спросил Рябинин, испытывая неловкость за такой вопрос. — Почти через день, — ответила она даже с некоторой готовностью. — Сны хорошие. — Такие, что приснится и не заснуть от дум. — Страшные. — Тяжелые, давящие. — так уж все тяжелые. Ну, не все, но и тихих снов я не видела уже много лет. Тихих в смысле сна без сновидений? Нет, когда видишь что-нибудь тихое и спокойное. Рябинин помолчал, давая ей время привыкнуть к странному разговору о снах, да и сам обдумывая, как бы проще дойти до того вопроса, ради которого ее вызвал. «А вы в них верите?» «Как же!» — чуть удивилась она, не допуская иной возможности. «Ну и ваши сны сбывались?» — спросил он бессмысленно, или почти ежедневные давящие сны сбываться не могли. «До этого случая нет». «Выходит, что верить им нельзя». «Я знаю, как их сглазить», — нехотя сказала она, видимо, не собираясь ничего объяснять. «Как это сглазить?» — настойчиво спросил Рябинин. «А сне нужно кому-то рассказать, и он не сбудется. А вот если его утаить, то может сбыться». «Ну, а этот, последний?» «Утаила», — с испугом призналась она, словно ждала от него упреков. В сознании Рябинина неожиданно и вроде бы ни к чему вылущился из прошлого случай. Горел чердак деревянного домишки, ни лопат, ни багров, ни ведер, ни колодца. Он стоял вместе с бессильной толпой и ждал пожарных. А ночью приснился душный сон. Какая-то легковая машина на его глазах проваливается посреди улицы под землю. Ее засыпает и засыпает. Но люди в ней живы, и слышен их подземный разговор. Рябинин копает землю, но лопата гнется, как прутик. Он ищет лом и зовет дворника но все-все проходят мимо. Он волнуется, кричит, машет руками и просыпается. Так совесть во сне расплатилась за его дневную пассивность. Но к чему вспомнился этот пожар и сон? Ни к чему. И тут же убегающая мысль. Нет, еще не мысль, а какой-то ее каркас, какой-то ее стержень пронзил его бессильное желание понять, и своей стремительной силой упорядочить это рассеянное желание, сложив его в ясную мысль. Сны питаются жизнью, как чага березой. Его сон, обушедший в землю машине, причудливо отразил виденный пожар. А что отражают ее сны? «Вы чего-то боитесь?» — спросил вдруг Рябинин, нацеливаясь очками в ее глаза. «Я?» На это я он не ответил, оно вырвалось от неожиданности его вопроса. «Ничего не боюсь», — спокойно ответила Катунцева, запутавшись безвольными пальцами в прическе. «Почему же вам снятся тревожные сны?» «Они а многим снятся». Пальцы оставили растрепанную прическу и легли за край стола на ее колени. В глазах едва заметной голубизны одна усталость. «Скажите, вы эту женщину разглядели там?» «Где?» «Во сне». И опять она не удивилась, посчитав интерес следователя ко сну естественным. «Ну, не очень, но видела. Как она одета?» «Что-то белое и длинное, вроде савана». Рябинин развинтил ручку и записал на листке пищи и бумаги. «Для себя просто так». Видимо, в белом плаще. Какого роста? Чуть повыше меня. Среднего роста. Старая, молодая. Нет, не баба яга. Молодая или средних лет. Лицо. Знаете, какое-то страшное и дикое. За счет чего страшное и дикое? Ну, зубы и скулы росли прямо на глазах скуластая, крупные и хорошие зубы. Глаза видели? Нет, не помню. А губы? Их вроде бы совсем не было. Но зубы же видели. Зубы видела, а губы не помню. Губы тонкие. А ее голос? Странно. Она ведь говорила про Ирочкину руку, но как-то не голосом. «Что еще заметили?» — спросил Рябинин буднично, словно речь шла о живом человеке. «Уши у нее горели малиновым огнем. В ушах серьги с красными камешками. Еще...» «Все, я проснулась». Его вопросы кончились, но он спросил о том, о чем уже спрашивал. «Ну, а хорошие-то сны вам снятся?» Я говорила, что даже тихих не вижу, все шумные. Он посмотрел в ее чуть голубевшие, неотведенные глаза и подумал, как бы он жил, снись ему почти ежедневно не тихие сны. Не волнуйтесь, вашу девочку ищет вся милиция города. Рябинин взял листок, словесный портрет женщины в саване из шумного сна, и спрятал его в сейф, чтобы никто не увидел из дневника следователя. «Не знаю, с какого теперь возраста разрешают детям говорить о любви. Наверное, с Джульетинова. Тут уж ничего не попишешь, классика. Не знаю, будет ли моя Иринка Джульетой, но Ромео у них уже есть. Все тот же Витя Суздаленков. Как выяснилось, он заявил, что век бы не мыл шеи, не будь в классе девчонок». Иринка заклеймила его педагогическим голосом. «Он плохой мальчик». «Потому что тебя щекочет», — вступился я за Витю, поскольку и сам бы, к примеру, не носил галстука, не будь на свете женщин. Наташа Кулебанова с ним даже не разговаривает. «Почему?» «А Витька распускает слух, что он в нее влюблен». «Что ж плохого в этом слухе?» «Видимо, не педагогично, спрашиваю я». А он еще распускает слух, что она жадная и заикается. Зачем же он это делает, если влюблен? Поддерживаю я разговор о любви под неодобрительные взгляды Лиды. А, чтобы другим мальчикам было неповадно. Они взошли на пятый этаж, ибо корпуса были без лифтов. На лестничной площадке каждый сделал свою работу. Петельников заглянул в список, а Леденцов нажал кнопку. Дверь открылась сразу, будто имела разъемный механизм, включаемый звонком. На пороге стояла девушка, года 23-24. Светлые прямые и короткие волосы, джинсовый брючный костюм. Запах пряных духов, мебелью, не мебелью, но корой пахло. Девушка улыбалась, но ее улыбка, видимо, приготовленная не для них, усыхала под чужими взглядами. «Вам кого?» «Вас», — улыбнулся Леденцов. «Меня?» «Вы Лена Ямпольская?» — спросил Петельников, доставая удостоверение. Она заглянула в него осторожно, уже отступая в квартиру. «Входите. А что случилось с Виктором?» «Нет-нет», — «Нет, нет», заверил Петельников, оглядывая переднюю. «Однокомнатная квартира». Пока никаких признаков ребенка, ни крика, ни детской одежды, ни игрушки. А в комнате? — Нужно с вами поговорить, — сказал Петельников, ведя ее взглядом внутрь квартиры. — И кое-что записать, — добавил Леденцов, намекая, что в передней им оставаться никак нельзя. — Проходите, — замявшись, согласилась она. Голубой полумрак остановил их у порога. Стены большой комнаты неясно проступали книжными корешками, полированным выступом блеснувшей вазой. Посреди, в просветленном пространстве, высился круглый стол с двумя примкнутыми креслами. Шампанское, цветы, фрукты. Рядом другой столик с проигрывателем и с уже поставленным диском. «Кажется, мы не вовремя», — решил Петельников. «Ничего, вот сюда, пожалуйста». Она показала им на диван и включила люстру, развеяв загадочный голубой воздух. «День рождения, да?» — спросил Леденцов. «Нет». «Ну, не у вас, у ребенка». «У меня нет детей», — рассмеялась она. «Я и не замужем». «Будете», — убежденно заверил Леденцов. «Конечно, буду». И она непроизвольно оглядела стол, наверное, уже в который раз. Виктора ждете? Жду. Ревнивый. Пожалуй, он хоть и русский, но родился в Сухуме. Тогда мы пойдем, вмешался в их разговор Петельников. Они поднялись с дивана и вышли в переднюю. Вы же хотели что-то узнать, удивилась она. А мы узнали, сказал Петельников с той своей улыбкой, от которой большинство девушек становились несердитыми и красивыми. Что узнали? Узнали, что вы счастливый человек, и милиции делать тут нечего. Наше место среди несчастных. До свидания. На улице потемнело. Засветились окна, уже по-осеннему, ярко и уютно. Земля еще согретая горячим дневным солнцем, запахла летней дождевой сыростью. И какие-то цветы, уже не флоксы, струили свой поздний запах по теплой, не остывшей стене дома. У нее будут свои дети, задумчиво сказал Петельников. А как вы узнали, товарищ капитан, что она счастливая по шампанскому? Нет, по салату из помидоров. Ясно, товарищ капитан? Леденцов давно хотел спросить, как ты достигаешь такого недосягаемо примитивного уровня? Я-то понимаю, что ты прикидываешься дурачком. Никак нет, товарищ капитан, не прикидываюсь. В одном фантастическом рассказе всеми любимому дебилу сделали операцию, и он стал умницей. Его тут же все возненавидели и выгнали с работы. Ты хочешь быть всеми любимым? Ответить Леденцов не успел, ибо осторожно надавливал кнопку очередной квартиры. Но за дверью не отзывались. Инспектора ждали скучно, рассматривая кремовый дермантин. Леденцов еще надавил и держал палец на звонке долго, пока в квартире что-то не звякнуло. К двери подошли. «Кто?» — спросил бесполый и скрипучий голос. «Это мы», — отозвался Леденцов. «Кто мы?» «Соседи». Стукнула задвижка. Потом что-то звонко упало, видимо, крюк. И только затем образовалась щель с тетрадку, годная лишь для одного глаза. Он и темнел. «Какие такие соседи?» — удивился голос, сразу потеряв свою скрипучесть. «Из соседнего отделения милиции», — объяснил Петельников, показывая удостоверение. Дверь приоткрылась, и предъявленный документ старая женщина оглядела уже двумя глазами. «А чего вам?» «По делу, мамаша», — отозвался Леденцов, деликатно оттесняя ее в переднюю. «Спросите кое-что записать», — объяснил Петельников. «В комнату хотите?» «Хотим», — признался Леденцов. Она уперлась крепкими темными кулаками в бока. На кистях до самых локтей белела мыльная пена. Ее тело до самой шеи закрывал плотный и длинный, вроде мясницкого фартук. Из-под тугой косынки на лоб вытекла седая струйка волос, Темные глаза, вроде бы не имеющие отношения к ее морщинистому лицу, покалывали инспектора едким взглядом. «Тогда скидывайте обувь. Леденцов, снимешь ботинки?» «Не могу, товарищ капитан, они казенные». «Что их своруют тут?» — удивилась хозяйка. «А там чего в комнате?» — заинтересовался Леденцов. «Ковер там», — Да мы, собственно говоря, не к нему, — сказал Петельников. — Мы к Марии Дудух. — Эва вспомнили. Она теперь не Дудух, а Романовская. — Эва, — удивился Леденцов. — А почему так? — Замужняя теперь. — А вы ейная мамаша. — Не ейная, а егойная. — Где же сама невестка? — С детем гуляет. — Какого полу? — кто? Не невестка же, а дитё. Мужеского. Спасибо за внимание. Привет ковру. Они вышли из квартиры, как выкатились. Свежий, настойный на придомных сквериках воздух обдал их чисто и прохладно. Но он мог течь из темного неба, поднимаясь где-то в лесах к звездам и опускаясь тут на уже остывшие бетонные коробки. Инспектора молча дышали им, как пили воду из неожиданного родника. Петельников глянул на товарища. Яркость костюма и прическа которого притушили темный вечер. В конечном счете, леденцов, человека ждут болезни, муки, смерть, вечность. Ждут, товарищ капитан. А он, человек, знай себя, покупает ковры, дубленки, автомобили. Знай себе, ссорится, убивает время, смотрит телевизор. Леденцов, да он герой. Или дурак, товарищ капитан. Из дневника следователя. У нас два параллельных телефонных аппарата, в передней и в большой комнате. Услышав звонок, иногда мы с Иринкой одновременно снимаем трубки. И я слышу тонкий и устрашающий голосок. Это Морг. Позовите мне дядю Васю с третьей полки. Он мне обещал свой глаз на Суздаленков, я тебя узнала, перебивает Иринка. Но телефон уже пищит. Иринка угрюмо смотрит на аппарат, раздумывая. Затем берет трубку, набирает номер и кричит тонким и устрашающим голосом Внимание! Морда, морда, я кирпич, иду на сближение! С утра солнце блестело неуверенно, но к полудню распалилось. Рябинин шел не спеша, греясь, может быть, уже в последних его лучах. «Скажите, где тут детский сад?» — спросил он старушку. «А вон, где горит». Там горело. За низеньким блочным корпусом взметнулся зубчатый кумач огня и стоял недвижно, чисто, без дыма. Там горела осень, там клены горели и он пошел на этот огонь. Ребята цветным горохом катались под деревьями. У каждого в руках пламенел неподъемный букет кленовых листьев, а они собирали их, захлебываясь от движений, словно тут рассыпаны были конфеты. — Вы за кем пришли? — спросил мальчик, растерзанный, как и его букет. — А я тоже за листочками, — улыбнулся Рябинин. Мальчишка безмолвно отъял половину букета и протянул ему. — Спасибо. — Гражданин, оставьте казенных детей! — крикнула воспитательница, стоявшего у черного кленового ствола. Рябинин подошел к ней, будто стегнутый ее словами. — Говорите, казенные дети? — глухо спросил он. — В данное время за них отвечает государство. Я же вас не знаю, гражданин. — «Тогда давайте знакомиться», — все еще глухо предложил он, доставая удостоверение. Она даже не заглянула в него и осветив юное лицо почти радостной улыбкой. «Извините, но иногда подойдет какой-нибудь пьяница». «А я что, похож?» — спросил Рябинин, простив ей казенных детей. «Вы похожи на доктора». Она вдруг покраснела, словно этим сравнением могла его обидеть. «Это из-за очков?» «Нет, у вас такое лицо». Они сели на скамейку, зажатую двумя кленами. Воспитательнице было лет двадцать. Простенькое лицо, простенькая прическа и простенький на голове платочек. Но живые глаза как бы заслоняли эту простоту веселым любопытством. «Я и есть доктор», — вздохнул Рябинин. «Вы же показали книжечку», Доктор лечит тело, а я должен лечить душу. Любопытствующий взгляд воспитательницы отстранился легким недоумением. Следователь лечит социальные болезни, сказал он и добавил, чтобы окончательно рассеять ее отстраняющее недоумение. Я наставляю людей, дабы они не пили, не курили и не безобразничали. Люди маленькие и суетливые те самые людишки, которые больше всего поучают, веселым табунком захлестнули их скамейку. «Дядя, а есть книжки про дрессировку котей?» — спросил мальчишка, тот, который поделился листьями. «Не котей, а кошек», — поправила воспитательница. «Братцы, не знаю, а дрессировки собак есть». «Дети, дайте нам с дядей поговорить». Рябинин смотрел на них. Они будут выше ростом, чем его поколение. У них будет шире грудная клетка. Станут сильнее физически. Они будут все знать. Будут умнее и способнее. А будут ли они добрее? Останется ли этот распахнутый, как и его букет, мальчишка собой? А даст ли половину себя по первому слову, как отдал листья? А ведь он чудо, этот мальчишка. Да и каждый ребенок чудо. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Каждый ребенок — чудо. Каким же должно быть воспитание, чтобы вырастить из него человека, лишенного всяких чудес?» «Вы, наверное, пришли по поводу Иры Катунцевой?» «Да». «Я ничего не знаю», — так и сказала вашему товарищу. Протокол ее допроса лежал в портфеле, но он надеялся, что память воспитательницы, растревоженная беседой с инспектором и работая по инерции, отыщет какую-нибудь забытую деталь. И ему требовалось видеть тот садик, куда ходила похищенная девочка. — Ира Катунцева, какая? — спросил он. — Хорошая девочка, послушная, мягкая. — Вы ничего странного не замечали? — Где? В девочке, в родителях, в посетителях. Нет. Посторонние к детям не подходили. Я никого не подпускаю. Подозрительных женщин во дворе не замечали. Нет. Больше спрашивать было нечем. Ее память за эти дни ничего не искала. Двор, группу и воспитательницу он посмотрел. Все. А если бы украли девочку у нас, меня бы засудили, стынувшим голосом сказала она и поежилась. Ну, такое случается раз в сто лет. Когда Таня Силина пропала, то я чуть с ума не сошла. Как пропала? Вышла на улицу и заблудилась, ходила с какой-то женщиной. Не об этом ли случай рассказывал петельников? Вы обращались в милицию? Да, к нам приходил сотрудник. Фамилию не помните? Высокий, симпатичный. Он петельников. Так что это совпадение? Но вроде бы и совпадения нет, а вернее, совпал пустяк, из которого ничего не вытекает. Похищенная и Катунцева ходила в тот же садик, в который ходила и Таня Силина, заблудившаяся на улицах. А почему вы думаете, что она заблудилась? Что же другое? Покажите мне ее. Вот там темноволосая девочка в синем беретике. Только ради бога не спрашивайте ее об этом. Ваш товарищ с ней поговорил, а она в слезы. Да нет, это пустячное совпадение он не так расставил. Их нужно поменять местами. Сначала заблудилась Таня, а потом пропала Ира. И эта перестановка вдруг высекла непроизвольный вопрос, на который он уже знал ответ. В тот день Таня была в этом же платьице, да, в этом. На Тане Силиной было красное платье. Из дневника следователя. Приметы осени на всем. На кухне лежит громадный арбуз. На оконные стекла Иринка лепит принесенные мною кленовые листья. Из шкафа вытащены облезлые меха. Лида оглядывает их подозрительно и размышляет вслух. Теперь выщипывают кролика под котик так, что не отличить. Иринка бросает кленовые листья, идет к мехам и стоит, приоткрыв рот и растопырив куцые косички, которые походят на какие-то боковые рожки. «Мам, а долго его щипят?» «Пока не станет котиком». «А как же хвостик?» «Что хвостик?» «Откуда же у кролика вырастает кошкин хвостик?» Да выделывают не под кошку, а под котика. Мам, у котика и у кошечки хвосты одинаковые. Леденцов звонил по-разному. Эту кнопку он тронул ногтями мизинца. Дверь открыл пожилой мужчина в пижаме и с готовностью спросил. Насчет Симы? Да, с такой же готовностью подтвердил Петельников. Вы уже третий улыбнулся мужчина. А кто были другие? Да, наверное, ваши. Симу завтра выписывают. Завтра? бессмысленно повторил Петельников. Хватит, месяц отболело. Да чего же мы стоим? Заходите. Нет, нет, спасибо, мы пойдем. И вам спасибо. Я рад, что Сима работает в вашем цехе. Хороший вы, народ, ребята. Иначе нельзя, заверил Леденцов. Они пошли вниз, провожаемые растроганным взглядом отца. На темной улице при свете окон и появившейся луны Петельникова взяло сомнение. У них осталось два адреса. В конце концов, неизвестные ему свидетели, скорее всего, цыганские ребятишки, могли ошибиться в возрасте. В конце концов, замышляя преступление, эта женщина могла изменить внешность, перекрасить волосы, надеть чужой джинсовый костюм, надушиться не своими духами. В конце концов, могли ошибиться ребята из уголовного розыска и пропустить ее при своей просеивающей работе. Да и они с Леденцовым. «А цыганка не наврала?» — отозвался Леденцов на его молчание. «Нет». Они поднялись на второй этаж. Леденцов подавил кнопку большим пальцем, потом указательным, и так дошел до мизинца. За дверью ничего не звенело. Он приложил к ней ухо и слушал, ловя задверные звуки. «Там ходят, товарищ капитан». Петельников три раза стукнул ладонью в шершавое дерево, осыпав с него струпья сухой краски. Глухие шаги оборвались почти одновременно с щелчком открываемой двери. «Ой!» Девушка запахнула халат, чуть не задув в руке свечку. Ее лицо закрывало тень. Они видели только белую мучнистую щеку да растрепанный ореол волос, горевший мельхиоровым блеском. «Я думала, что мама, она так стучит». «Вы Анна Буркова?» — начал разговор Петельников. «Да, мы из милиции». Она отступила, унося с собой свет. «А что случилось?» «У нас к вам несколько вопросов». «Девять часов вечера, двое мужчин из милиции», женщина в халатике со свечой. Поэтому Петельников добавил мягким голосом. «Не волнуйтесь, вас они не касаются». Они уже стояли в передней, и две их большие тени черно колебались на стене. Анна Бугаркова почему-то смотрела не на инспекторов, а на эти тени, и в ее глазах метались крохотные свечные огоньки. «А почему сидим без электричества?» Испытываете энергетический кризис? весело спросил Леденцов. Не знаю, второй день не горит. Вызвать электрика? Вызывала, не идет. Мужик в доме есть? Я мать одиночка. И сколько лет ребенку? Четыре года девочки. А она тут не прописана? Прописана у моей мамы. — Вот это мы и хотели выяснить, — вставил Петельников, чтобы закончить разговор. — Они могли уходить. Женщина, у которой есть один ребенок, не будет похищать второго. И почему эту Анну Бугаркову с ее девочкой цыганские ребятишки не могли принять за похитительницу? Той пять лет, а этой четыре. Да если у нее есть красная платьица... Леденцов, посмотри-ка пробки. Она светила ему, заметно успокаиваясь. Леденцов тут же, в передней, нашел усик тонкой проволоки и через минуту яркий свет ослепил их и свечку. Она дунула на огонь и смущенными пальцами обижала пуговицы халата. «Спасибо вам!» В тихую минуту, которая выпала после ее слов, они услышали ручейковатый плеск с кухни. «Что это?» — спросил Петельников. «Кран течет». «Леденцов!» «Ключ нужен, товарищ капитан!» «А есть, только вы запачкаете такой красивый костюм!» — спохватилась она. «Скорее выбросит!» — буркнул Петельников. Кухня оказалась просторной и уютной. Овальный стол посреди, диван под окном, желтые занавески и такой же абажур скрадывали плиту с кастрюлями. В один угол, как живой слоненок, уткнулся лохматый секретер, заставленный куклами и куколками. Над ними висела большая фотография курносой девочки с бантом, вертолетно сидящим на голове. Повозившись минут двадцать с ключами и прокладками, Леденцов открыл кран, показывая струи разной силы. «Ой, какое вам большое спасибо!» «Леденцов, это единственное полезное дело, которое ты сделал для общества», «Хозяюшка, чиню обувь, белю, паяю, циклюю!» Она засмеялась, шумно уронив руки, и тут же ринулась ими к халату, который воспользовался смехом и распахнулся на две верхние пуговицы. «А выпейте кофейку, а? Я быстро!» От этих ее слов Петельников вдруг ощутил земную усталость бессонных ночей и хлопотных дней. Ему нужны силы, чтобы оторвать тело от добрейшего дивана и взгляд от лохматого слоника секретера. Если товарищ-капитан прикажет пить кофе, то я приказ выполню. Товарищ-капитан, а? В конце концов, вы его заработали. Ну, если заработали, улыбнулся Петельников. Пока они мыли руки. Она летучей мышью металась по квартире, стремительно и бесшумно, чтобы не задержать их и не разбудить дочку. Овальный столик уставился тарелочками, чашечками и вазочками. И цветами, теми же флоксами, которые были с ними весь вечер и теперь стояли в высокой тонкостенной вазе из простенького стекла. Анна Бугаркова успела переодеться в белую кофточку и коричневую свободную юбку она вошла в кухню и приостановилась бросив вкрадчивый взгляд на петельникова как открытое белое лицо светлые волосы пушатся не заслоняя ни лба ни ушей чуть курносые губы живые готовые улыбнуться или обидеться фигура сильная плотная и глаза что то вопрошающее у петельникова как хороша Леденцов с интересом поглядывал на бутылочку с уксусом, вроде бы бесполезную для кофе. Но тарелки с влажными и дымными пельменями все объяснили. «Вот сметана и масло». «Пельмени государственные?» — спросил Леденцов удушенным голосом, забив ими рот. «Сама налепила», — сказала она радостно. «Чему же радуется? Включенному свету, исправленному крану, или развеянному одиночеству. «Может, вам налить венца?» «При исполнении», — выдавил Леденцов, задыхаясь. «Не погибни», — бросил Петельников. «Лучше от пельменей, товарищ капитан, чем от ножа бандита». Она села на угол квази, и белые флоксы прильнули к ее плечу, сливаясь с ним чистотой и какой-то слабостью. И ее глаза опять глянули на Петельникова вопрошающе. Как? И он опять безмолвно ответил почти незаметной улыбкой. Красиво. Мужчины вас засыпят, сообщил Леденцов. Чем засыпят? Брачными предложениями, когда узнают про такие пельмени. Да есть ли они? А вы их налепите побольше. Я про мужчин. Есть ли они? И она долго посмотрела на Петельникова есть ли они. Он бессловно ответил, закрыв глаза на долгую секунду. «Есть». «В нашем райоделе одни мужики», — сказал Леденцов, накалывая последнюю пельменину. «Знаете, почему от меня ушел муж? Я во все блюда клала зеленый горошек». «Неужели вам нужен такой дурак?» — удивился Леденцов. «Ребенку нужен», — Ушел к женщине? — спросил Петельников, принимая чашку с кофе. — Теперь мужчины уходят не к женщине, а к своей маме. — Это был не мужчина, — отозвался Петельников. Она пустила мягкие руки и тягуче смотрела на него, спрашивая, «О чем? Мужчина ли он?» Петельников не ответил ни взглядом, ни лицом. «Об этом не спрашивают, это видят». «Но и женщин случается нет», — заметил Леденцов, берясь за вторую чашку кофе. «О, женщины есть!» — живо отозвалась она, шелохнув белые флоксы. «Поскольку я, пардон, холостяк, то утверждаю ответственно. Вы плохо смотрели». «Я-то все время смотрю. Иду вчера мимо бани. Вдруг впереди меня стройненькая женщина, видимая мною со спины». Белые туфли, голые лодыжки, макси-плащ, платок на голове. Преследую на предмет знакомства. Она вдруг оборачивается ко мне небритой мордой и сиплым басом рубит. «Отстань, я Вася Шустрин!» «Одежу с пьяну в бане потерял. Вот меня бабой и приодели до дому дойти». Она улыбнулась рассеянно, возвращаясь взглядом к Петельникову. «Есть ли женщины?» Он улыбнулся, не сомневаясь. «Есть, вот она». «Леденцов, нам пора». «У нас еще один адресок». «Уже поздно, проверь его завтра сам». Они встали. Леденцов проворно вышел в переднюю. Видимо, поднимаясь, Петельников задел штору и открыл часть окна. И даже при свете абажура они увидели луну, вычищенную осенью. Она ярко и далеко стояла над городом. Луна безжизненная, пустынная и холодная. Да, — согласился Петельников. Почему же люди думают о любви, увидев ее? Не знаю. Потому что она безжизненная, пустынная и холодная. Инспектор взял в ее руку, то ли пожал, то ли погладил. Аня, вы хороший человек и еще будете счастливы. Нет, почему же? У меня гаснет свет и ломаются краны. А вы звоните мастеру? По какому телефону? Петельников глубоко вздохнул, застигнутый бессмысленным желанием назвать его этот номер, но к чему? У нее уже был в жизни зеленый горошек, и он сказал, весело отстраняясь от нее, от луны, от этой квартиры. Звоните по ноль два. Из дневника следователя. У Иринки в школе бывают уроки труда, которыми я живо интересуюсь. На этих уроках девочки изучают неожиданные вещи. Например, как облупить яйцо. Как сварить кашу из тыквы. Как постирать носовой платок. Пекут коллективный пирог из коллективных продуктов, и потом его коллективно съедают. А теперь они начали изучать манеры современного человека. Чем заинтересовали меня еще больше? Ну, какие манеры усвоила? Спросил я после первого же урока. Она подумала и заученно изрекла. После съедания пищи тарелку вылизывать нельзя. Растрепанная хризантема в пластмассовом стакане белела на краю стола. Она была такой крупной, что могла опрокинуть стакан, поэтому Рябинин то и дело поглядывал на нее. Поэтому ли? Хризантема принесла Лида, выпроваживая его поздним вечером из этого кабинета. Теперь ему казалось, что Лида зримо стоит у края стола и безмолвно улыбается. Рябинин пошелестел бумагами, отгоняя это наваждение. Версии. Ему нужно думать о версиях. Они строятся на фактах при помощи логики. Но следственный опыт подтачивал его ясные мысли. Бывало, что успех приходил не на логических путях. Иногда следователю нужно сделать что-то наугад, на авось, на обум. Иногда нужно подчиниться своему внутреннему голосу, называемому интуицией. Что же сделать ему? Внутренний голос молчал, заглушенный версиями. Нет, не версиями, а открытием, сделанным в детском саду. Долгожданный инспектор легко вошел в кабинет и уже своим видом отрешил Рябинина от неповоротливых мыслей. Коричневые брюки с огненной искрой отглажены так, что, постав их, будут стоять. Тонкий кофейный свитер обтягивает торс с такой любовью, что проступившая мускулатура кажется отлитой из темной меди. Черные волосы чуть сбиты на бок, но сбиты крепко, не шелохнуто. Улыбка, открытая всему миру, казалось, шла впереди инспектора. Но да, сначала в кабинете появилась его улыбка, а потом и он вслед. Инспектора бы на обложку журнала МОД. А мужчине идет быть недоспавшим, недобритым, недозастегнутым. «Мучают заботы?» — спросил Вадим почти игриво. «Мучают». Не люблю людей, у которых заботы пишутся на лбу. Зато у тебя, похоже, забот нет. Есть одна. Какая же? Сразу о деле они никогда не заговаривали. Инспектор подсел к углу стола к хризантеме и спросил, разглядывая ее удивительную растрепанность. Почему под безжизненной, пустынной и холодной луной человеку приходит мысль о любви? Рябинин поправил ослабевшие очки. Инспектор безмятежно понюхал хризантему и разъяснил свой вопрос. «Почему под холодной луной горячая любовь, а?» «А почему?» — спросил Рябинин, не понимая этого разговора. «Я вот тоже не ответил». «Кому?» «Той женщине, которая спросила», — улыбнулся Петельников. «А она не глупа». «Кто?» та женщина, которая спросила. Рябинин взял из папки анонимку. Инспектор оставил хризантему и глянул на следователя острым, невесть откуда взявшимся взглядом. Они принимались за дело. — Анонимка писана с целью увести нас из города, — сказал Рябинин. — Значит? — Значит, преступница и ребенок здесь, в городе. Почерк пыталась изменить. — Только пыталась? Одну букву писала нормально, а вторую искажала. Петельников ткнул пальцем в слово, похожее на растянутую гармошку. «Странно. Одно слово ровнёхонько, а второе в мелких уступчиках, будто штриховали. Мог писать старик. Слово «старик», а слово «молодой». Или в транспорте. Тогда откуда довольно-таки равномерное чередование?» «Ну, дорога такая. Думаю, что писали на столе, где что-то работало, например, швейная машинка, скорее пишущая, на ней стук ритмичнее». Петельников помолчал, взглядом показывая, что оценил догадку следователя, и заметил вскользь, как бы пытаясь уравнять сделанную ими работу. «Кстати, духи называются нефертити. Как же пахнут!» сильно приятно на во. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. Поражают нас запахи не сильные, неприятные, не новые. Нам ложатся на душу запахи прошлого, ушедшего, забытого. Они медлили с разговором, словно боясь несовпадения добытой информации или блеснувших догадок. Поэтому инспектор разглядывал хризантему, благо она светилась почти у его глаз. Поэтому следователь протирал очки, уже скрипевшие от сухой чистоты. «Что дал обход квартир?» — не вытерпел Рябинин. «Ничего. Все обошли. Кроме одной. Тот внутренний голос, родственник интуиции, тихо, но настойчиво шепнул свое слово о нелогичной версии» а той самой, которая наугад на авось на обум. Рябинин встал и прошел к сейфу, где из макулатурного угла высвободил погребенную там бумажку и почти боязливо протянул ее инспектору, который обижал написанный текст одним брошенным взглядом. «Что это?» Рябинин через его плечо вгляделся в свой почерк, словно инспекторский вопрос исказил все буквы. «Видимо, в белом плаще», среднего роста, молодая или средних лет, скуластая, крупные и хорошие зубы, губы тонкие, в ушах серьги с красными камешками. — Что это? — повторил инспектор. — А разве не видно? — хихикнул Рябинин. — Не видно. — Преступница, словесный портрет. — Откуда? — Да так, случайно. «Откуда?» — звонче повторил инспектор из сна». «Ага, во сне увидел», — согласился Петельников, затвердевая губами. «А что?» «Инспектора уголовного розыска бегают, а следователь прокуратуры нашел верного свидетеля и помалкивает как частный предприниматель», — ответил Петельников уже не ему, а Хризантеме. «Предположить подобное может только узколобый хлыщ», — поделился с Хризантемой и Рябинин. «А увидеть преступницу во сне может только широколобый остряк», — разъяснил цветку инспектор. Они бросили хризантему и встретились взглядами. Они давно работали вместе, так давно, что и не помнили, когда начали дружить. «Правда, если спать в очках», — добавил Петельников. «Над физическим недостатком издевается», — опешил Рябинин. И потерялся, следя за убегающей мыслью. Господи, не надо славы и приятной жизни. Не надо денег, автомобилей и ковров. Ничего не надо. Только не лишай единомышленников и единочувственников. Счастье не в единомыслии ли? Вздохнув, Рябинин рассказал про сон потерпевший. Инспектор слушал почти сурово, поигрывая молниями на своей папке из потертого крокодила. Эта неожиданная суровость удивила Рябинина лишь сперва. Петельников старался показать, что все воспринимает серьезно. «Вадим, в человеческой жизни сны занимают не последнее место. Почему же ими пренебрегать?» «Не вздумай это сказать прокурору или начальнику райотдела», — посоветовал инспектор. «Но с нами интересуются и криминалисты». «Да, если психически больной человек видит во сне преступление, которое может потом совершить». Рябинин знал, что непроверенных истин Петельников не признавал, даже очевидных, а уж сон. Эта женщина давно не видела тихих снов. Почему бы? Может, у нее что-нибудь болит? — усмехнулся инспектор. Душа, она чего-то опасается. Чего? Мало ли чего. Например, измены мужа. Тогда попробую с другой стороны. Ты не связываешь два факта, потому что не знаешь одного обстоятельства. А ты заговорил языком инспектора Леденцова. Не знаешь, что похищенная Ира Катунцева ходила в тот же садик, где ты искал потерявшуюся девочку? Вот как? Рябинин наслаждался. Уверенность скатилась с инспектора, словно ее смыли ведром воды. Это ему за кофейный свитер и за литой торс за брючки в стрелочку, которую гладил, наверное, сейчас. За это ему. И обе в красных платьицах, и очень похожи. Выходит, что преступнице была нужна только Ира Катунцева, — тихо сказал инспектор, уже позабыв про свою гордыню. — А если так, — воспрял Рябинин, — то преступница выслеживала ее у дома, где и попала в поле зрения матери. Но сознание потерпевшей эту женщину не восприняло днем, а вот ночью она явилась во сне под видом какой-то ведьмы. Заметь, потерпевшая описывает ее внешность, но не голос, потому что видеть видела, а не говорила. Сны на пустом месте не рождаются. Инспектор задумчиво щипнул у хризантемы лепесток. Рябинин ждал его слов, намереваясь не допустить второго покушения на хризантему. Лидина ведь но Петельников молчал, снедаемый какими-то своими мыслями. Поэтому Рябинин добавил. «И еще. На допросе мать вдруг чего-то испугалась. Чего? Отец на допросе почему-то злился. На кого? На меня? Вряд ли. На преступника. Он что-то знает». Петельников жикнул молниями и спрятал рябининскую бумажку. Его лицо, освещенное додуманной мыслью, обратилось к следователю. Но женщина из сна совсем не похожа на женщину, про которую рассказала цыган Гарая. «Да», — удивился Рябинин, — «удивился не тому, что они не похожи, а тому, что не догадался их сравнить». «Сергей», — улыбнулся инспектор той улыбкой, которая бежала впереди него, — «а не пора ли нам переменить профессию?» тебе скажем на библиотекаря а мне на диск жакея почему же что это за следователь прокуратуры который строит версии на сновидениях что за инспектор уголовного розыска получающий оперативную информацию у гадалки нерви хризантему буркнул рябинин из дневника следователя я вхожу в комнату а Иринка делает мне знак молчать, она слушает радио. Боже, монолог Гамлета «Быть или не быть». Лицо сосредоточено, словно решает задачку. Бровки насуплены, рот приоткрыт, даже вроде бы и не моргает. «Понравился?» — спросил я после монолога, не понимая, чем он ее привлек. «Все правильно», — солидно заключила она. «Играешь в крестики-нолики и не знаешь, ставить или не ставить крестик. В этот день Леденцов кончил работать по самой емкой версии. Были проверены все подозрительные женщины города, судимые легкого поведения, пьющие, тунеядки. Работа делалась для очистки совести, поскольку каждый инспектор знал, что этим женщинам дети не нужны, ни свои, ни чужие. Часов в девять вечера усталый леденцовский мозг вспомнил об одной непроверенной квартире. Его усталый мозг о ней не забыл бы и на секунду, будь уверенность в успехе. Но приказ Петельникова есть приказ. Чтобы скрасить дорогу, Леденцов купил пять жареных пирожков с капустой. Последний пятый он доел уже в полутьме лестницы, освещенной единственной лампочкой. Приметив бледную пуговку звонка, он утопил ее с приятной мыслью о пирожках, которых все-таки мало купил, восемь бы и все бы с мясом. Дверь открыли так скоро, что приятная мысль о пирожках не успела пропасть. Ну, хотя бы провалиться вслед за пирожками. А лицо инспектора по учению Петельникова должно быть бесстрастно и бессмысленно, как чистый лист бумаги. Но во тьме передней никого не было. «Давай, входи живей!» — велел сухой голос из этой тьмы. Леденцов послушно вошел. — Давай, давай, топай! — заторопил старушечий голос. — Чего опоздал-то? — Служба, — на всякий случай разъяснил инспектор. Сухие кулачки сильненько уперлись в его спину, задав направление. Под их стремительным конвоем он миновал сумеречный коридор и вошел в большую комнату — пасмурную от табачного дыма и тихого голубого света. «Садись, уже кончается!» — шепнула старушка, толкнув его на какой-то мягкий топчанчик. Головы разных размеров и на разных уровнях кочками чернели там и сям. Лиц он не видел, они были обращены к телевизору, синевшему в углу, как распластанная прямоугольная медуза. Нешелохнутая тишина, казалось, ждала какого-то события, взрыва, что ли. Мама, его убьют? спросил детский голосок снизу с полу. Смотри, смотри. Шла последняя серия детектива. Инспектор уголовного розыска, там на экране, поправил подмышкой кобуру и заиграл на пианино Ноктюрн Шопена». Леденцов зевнул. Но инспектор уголовного розыска, там на экране, улыбнувшись красавице, у которой от ноктюрна Шопена раздувались ноздри, бросил клавиши, вырвал из кобуры пистолет и пальнул в рецидивиста, шагнувшего из-за бархатной портьеры. Леденцову хотелось пить. Пирожки с капустой чувствовались. Седой полковник, там на экране, положил руку на плечо инспектора уголовного розыска, того на экране, и спросил. «Ну, теперь спать?» «Нет», — ответил тот на экране, — «у меня билеты в филармонию». Яркий свет люстры развеял океанскую мглу. Когда глаза привыкли, Леденцов обнаружил у своих ног ребенка, сидевшего на горшочке. Инспектор сделал ему бодучую козу, отчего мальчишка облегченно рассмеялся, отрешаясь от детективной стрельбы. Подняв голову, Леденцов увидел, что стоит как бы в кругу мужчин и женщин, которые смотрели на него с не меньшим интересом, чем последнюю серию. Он тоже оглядел себя. Все опрятно, все застегнуто. Зеленый же костюм, который мог вызвать некоторое любопытство, покоился до праздников в шкафу. — Кто это? — тихо спросил пышноусый мужчина у старушки. — Так я думала, твой деверь. — Это не мой деверь. — Парень, ты чей деверь? — старушка подступала к нему с каким-то наскоком. — Пока ничей, — ответил Леденцов, — показывая улыбкой, что если кому этот деверь нужен, то, пожалуйста, вот он. Невесомым движением крупной руки пышноусый мужчина отстранил старушку. «Молодой человек, ваши документы!» «Граждане, вы меня в чем-то подозреваете?» «Пятую серию задарма посмотрел», — выложила свои подозрения старушка. «Граждане, мне нужна Ивета Максимова», «А, так не сюда попали, ее квартира рядом». Пышноусый довел его до двери и на прощание осуждающе качнул головой, отчего усы, став в полумраке птицей, севшей ему под нос, ответно махнули крылышками, мол, и вето, и ветой, а кусок пятой серии посмотрел. Леденцов вздохнул в тишине лестничной площадки. Хотелось пить. С чего бы? Что он сегодня ел?» Утром стакан чаю на ходу, в обед ничего, а потом пирожки с капустой. Стакан жидкости в день, как в пустыне. Интересно, в каком это райоделе инспектора ведут тонкие беседы, играют на пианино и стреляют в рецидивистов. Они жрут на ходу столовские пирожки с капустой. Туда бы устроиться. И он решил, что сейчас попросит у Иветы Максимовой стакан воды, а лучше три стакана, и уйдет. Леденцов нажал молочную кнопку звонка. Видимо, его глаза уже перестроились на темноту, потому что свет из чужой передней резанул их. — Мне и Вету Максимову, — сказал Леденцов, жмурясь. — И я... Она впустила его, сама оказавшись в том ярком свете. В домашних тапочках, в халате, в платке, под которым топорщилась решетка бегудей. Но инспектор разглядывал ее глаза, которые молча ждали чего-то неожиданного, как зрители из покинутой им квартиры ждали выстрела на экране. И он мог поручиться, что Ивета Максимова ждала чего-то плохого, похуже экранного выстрела. «Здравствуйте, я инспектор уголовного розыска», — сказал он, выделив слово «уголовного». Она только кивнула, кивнула с готовностью словно он никем и не мог быть кроме инспектора этого самого уголовного розыска ивета семеновна у вас конечно есть джинсовый брючный костюм она кивнула вы блондинка она кивнула сразу он еще не договорил вы любите духи не фертите теперь она сделала шаг назад точно решила убежать «Видите, мы все знаем», — улыбнулся Леденцов, и осененный уже не догадкой, а уверенностью, тихо спросил. «Где девочка в красном платье?» «Ее здесь нет». «Одевайтесь», — приказал он, забыв промучившую жажду. Из дневника следователя. Вечер просидели с Иринкой в парке на берегу в почти игрушечного прудика с чистой уже осенней водой. Над нами были тоже игрушечные купола Ив, свисавшие до самой земли, отчего издали походили на стога сена, поставленные впритык друг к другу. Иринка не умолкала. Пап в парке народу, как в бочке кислороду. Люди отдыхают. Пап, а вон пошел дядя с гнусной грацией. Нельзя так говорить о взрослых, неуверенно учу я, потому что дядина Грация вызвана крепкими напитками. А почему он фырчит по-кошачьи? Простудился. А мы постановили купить Суздаленкову намордник. Что, тоже фырчит? Нет, он ручки грызет, уже четыре огрыз. Пап, эту палку я брошу воду чертям вместо оброка. Пока бросает, молчит. Пап, Архимед был водопроводчиком? — Нет, ученым. — Чего-то ты говоришь без умолку. — А у меня сегодня мыслительный день.